достаточно сложно говорить об этой партии, потому что это партия оксюморон. То есть в ней присутствуют совершенно противоположные вещи, которые, по идее, не могут уживаться никак. Партия эксплуатирует название как ностальгию по утопии коммунистического рая в исполнении таких махровых русофобов, как Маркс, Мордехай Леви и Блант Ленин, с одной стороны. С другой стороны, они говорят о том, что совершенно противоположно учению этих русофобов. То есть они иногда говорят об нации и о религии, что в принципе не совпадает с теорией марксизма. Как ни странно, если отбросить вот коммунистическую риторику, то по идее они, эта партия достаточно близка по своим социальным установкам с национал-патриотами. И здесь, не затрагивая, значит, простых членов партии, среди которых достаточно много искренних людей, которые реально хотят улучшения ситуации в нашей стране, нужно говорить о верхушке партии. Вспоминаются слова незабвенного Бориса Абрамовича Березовского, который говорил то, что не нужно покупать все предприятие, достаточно купить его руководство. Ну и здесь, собственно говоря, о преснопамятном Геннадии Андреевиче Зюганове, бессменном вожде КПРФ, который по роду службы делает вид, что он оппозиционер, который одновременно обильно спонсируется бюджетом. Официально он нищий, ничего не имеет, но при этом, значит, он пробыл вождем КПРФ дольше, чем Брежнев во главе другой партии копировать название, которое Зюганов пытается. Зюганов эксплуатирует идеи возрождения КПРФ, при этом его риторика, если вы возьмете выступление там, за начало 90-х годов, и современная риторика не отличается друг от друга ни единым словом. Вот те же самые выражения, это какой-то такой стандартный речитатив, значит, который он произносит из года в год. Абсолютно те же самые слова. Несмотря на то, что Зюганов якобы за народ, он имеет весьма солидную виллу в поселке Снегири, называет себя примерным семьянином, значит, при этом, значит, в открытых источниках имеется информация, что он имеет любовницу и так далее. История успеха Геннадия Андреевича началась в 91 году, когда он подписал слово народа в поддержку ГКЧП. Однако куда он делся в августе и что он делал, история умалчивает. 7 ноября 91 года единственное место, где коммунисты вышли с протестами, это был Ленинград на тот момент. Зюганова там не было, в Москве не проводилось никаких, значит, митингов. В 93 году Геннадий Андреевич усиленно пиарился на митингах у Дома Советов до момента кровавого ельцинского переворота. Последние его слова были там: «Мы поедем поднимать пролетариат», после чего Геннадий Андреевич исчез и больше там не появлялся. Зато все остальное время он сидел в эфире и призывал граждан не поддаваться на провокации, в то время как остальные, оборонявшие Белый дом, призывали идти освобождать Останкино. В Дом Советов расстреляли из танков, затем расстреляли простых защитников Дома Советов и, собственно говоря, системы Советов. Публичных активистов посадили в матросскую тишину, а импотентов избрали в Государственную Думу. Геннадий Андреевич получил почетное третье место после Жириновского, партии Жириновского и банды Ельцина. Так он вполне легально стал выразителем интересов той партийной номенклатуры, которую после 1993 года от приватизации отстранили, то есть им ничего не досталось, но они создали, значит, псевдокоммунистическую партию. Причем по программным документам, лозунгам и электоральной базе КПРФ становится российским аналогом традиционалистских и христианских социал-демократических партий, продолжая при этом эксплуатировать название коммунистическое. В 1995 году он получил 139 мест в Госдуме, но толку от этой победы не было. В 1996 году опросы показывают, что Зюганов элементарно побеждает Ельцина, даже несмотря на пропаганду в пользу Ельцина со стороны всех СМИ. В том же году, в год выборов, он умудрился поехать в Крым, где отдыхал в апартаментах стоимостью $800 в день, чем основательно дискредитировал себя в глазах электората.
опросы показали, что Зюганов даже тогда элементарно побеждает Ельцина, но он оказался редким трусом, испугавшись взять власть, поскольку, по словам большинства, он просто не знал, что с ней делать. В публичных интервью Жириновского было озвучено, что сговор за отказ от результатов власти принес Геннадию Андреевичу 9 миллионов. В тот период партия Зюганова, сотоварищи, ну, там нужно еще вспомнить о близкой по идее, значит, партии аграриев Харитонова и других, контролировали как минимум 48-54% мест в парламенте. Но не объявить импичмент Ельцину, не принять нормальные законы им не удалось, что, в принципе, о многом говорит о деятельности самого Зюганова. Кроме того, на самом деле, значит, с инициативой импичмента весной 1998 года выступал генерал Лев Рохлин. В то время председатель Думского комитета по обороне, лидер движения в поддержку армии. Рохлин не был членом КПРФ, и приказ партийного начальства повременить с импичментом остановить его не мог. В середине апреля, в разгар правительственного кризиса после отставки Черномырдина, Лев Яковлевич заявил, что начинает сбор подписей под обвинением против Ельцина. Его поддержал соратник по движению в поддержку армии Илюхин. В тот момент, я полагаю, что у Геннадия Андреевича наверняка стало муторно на душе, поскольку сколько он мог тянуть, значит, с импичментом, ничего не получалось. Договорились о процедуре импичмента 19 апреля вечером. Ударили по рукам с генералом Рохлиным, а 20 апреля днем все коммунисты дружно проголосовали за снятие Рохлина с поста председателя комитета Госдумы по обороне. Фактически они предали его, исключив из комитета и отдав на расправу. В середине мая Рохлин дал понять, что объявляет об импичменте на заседании Думы. И коммунистам уже ничего не оставалось делать, как возглавить процесс. Отказаться они не могли, поскольку это грозило им потерей политического лица. В одночасье под обвинительным заключением появилось 177 подписей. Значит, и весной, чуть-чуть позже, их, значит, количество выросло до 259. Часть подписей поставили центристы из группы «Российские регионы», часть независимые, ЛДПРовцы, яблочники и даже члены черномырдинской партии «Наш Дом России», если помните такое. Депутатов поддержали законодательные собрания 49 субъектов федерации. 19 июня специальная комиссия из 15 представителей разных фракций во главе с членом КПРФ юристом Владимиром Филимоновым, значит, была создана, начался процесс. Следующее заседание было назначено на 20 июля. 2 июля 1998 года Льва Рохлина убивают в собственном доме, списав это преступление на его жену. Официальная версия, как вы понимаете, не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле. Да, дальше мы не будем подробно разбирать. Если хотите, это будет все в, значит, в печатной версии доклада о том, кто как и голосовал. Но самое главное то, что это прокатили импичмент по всем пунктам. Ходили слухи, что цена вопроса составляла 30 тысяч долларов за голос. Максимального результата того, что, значит, там было 5 пунктов, максимального результата достигли, значит, обвинения за войну в Чечне 283 голоса. Но выше не удалось подняться, там были забракованы 46 бюллетеней и так далее. То есть, ну, это была откровенная акция по сливу ситуации. Здесь, конечно, нужно сказать, что первую помощь Ельцину оказал Жириновский, который заставил ЛДПР не голосовать за импичмент. Зато, между тем, все это время, значит, Геннадий Андреевич, значит, мужественно боролся с империалистическим Микки Маусом, смело обвиняя мультипликационного персонажа в растлении детей. Значит, в предвкушении эталонного поражения 1999 года Зюганов внезапно стал доктором философских наук. В 1999 году он даже набрал 26% голосов, значит, но, как обычно, никакого толку от этого не было. События 2000 года комментировать бесполезно. Там был Путин на истребителе, Путин в электричке, Путин с ветеранами, Путин жующий комбикорм 24 часа и 7 дней в неделю, значит, в эфире.
После этого в 2000 году Зюганов начинает изгнание всех несогласных с его мнением. Значит, из партии изгоняются Селезнев, Семигин, Горячев, Семага и так далее. Одновременно вводятся магнаты и бизнесмены, в том числе выклянчиваются деньги у Ходорковского. Все эти действия, значит, в 2003 году закономерно отражаются. Значит, коммунисты получают 12% голосов. По сути, Зюганов никакого отношения уже ни к коммунизму, ни к национальной идее не имел и пользовался названием как ширма для своих интересов. Значит, в 2004 году на президентские выборы вместо себя он послал Харитонова, который занял второе место. Та, значит, избирательная кампания ничем не запомнилась, кроме участия в ней внезапно пропавшего Рыбкина, охранника Жириновского и споров Глазева с Рогозиным. Попутно, значит, здесь продолжается изгнание, значит, недовольных действиями Зюганова из его собственной партии, скандалы различного характера, то есть сексуальный скандал с некой любовницей Марией Рео, связи с олигархами, скандал с недвижимостью. В результате в 2012 году получает также 12% на выборах, не больше. Что, в принципе, естественно для человека, который ездит на Мерседесе с охраной, лишь прикидывает, что он против капитализма. К тому же Кремль тогда подослал на выборы, значит, эсеров с Мироновым, которые, значит, должны были тянуть на себя часть голосов. В итоге ни эсеры, ни коммунисты не имели никакого влияния, а партии власти, так называемые, это абсолютно на руку. В 2009 году, значит, появляется сообщение о том, что, значит, Зюганов вот, официально задружился с властью. Значит, газеты публикуют ведомости, в частности, что Зюганов стал пользоваться расположением Кремля, в его кабинете были установлены прямые телефоны к президенту Медведеву и председателю правительства Путину. Значит, член партии Денисенко вошел в президентский резервный, значит, состав, а КПРФ, в свою очередь, по утверждению анонимного источника, газета оказалась от организации массовых акций протеста. После чего депутат Олег Шейн из фракции «Справедливая Россия», которая сама является, значит, ну, в общем-то, таким дубляжом «Единой России», заявил, что КПРФ – это имитация оппозиции. Дальше господин Зюганов снова пытается стать президентом, хотя в его возрасте, в общем-то, уже пора сидеть на скамейке и играть в домино. Значит, в 2011 году был некий всплеск такой, когда, значит, в пику прокремлевского ОНФ создается народное ополчение коммунистами. Началось оно с распевания коммунистами молитвы Царю Небесному Утешителю и благословения Батюшки. Лидер КПРФ призвал своих соратников бороться под знаменем Минина и Пожарского, Великого Октября и Великой Победы за единую социалистическую Россию. Народное ополчение задумывается им в качестве нового объединения патриотической силы. Одновременно Зюганов, значит, публично критикует Путина в плагиате, посетовав на то, что КПРФ начал организовывать всевозможные фронты еще в 90-м году. В 2011 году в Госдуме коммунисты получают 19% голосов, но, в общем-то, это, собственно говоря, уже ничего не меняет. В 2012 году у нас состоялись, значит, очередные выборы самодержцы, где Зюганов получает 17%, и отчет очень негодует, крича, что у него украли голоса, но даже если бы он получил там не 19%, а 20% или даже 54%, я думаю, все равно бы к власти не пришел повторить ситуацию 96-го года. Значит, ну и из таких, значит, моментов смешных достаточно. В 2003 году он пытался добиться от Путина компенсации 22 500 рублей из-за того, что ядро, на конференции которого Путин выступал, не было зарегистрировано как участник выборов. Значит, ну, там, ему отказали. В 2003 году грозился дойти до Европейского суда по правам человека, значит, с жалобой на итоги выборов, но и не дошел. Значит, в 2004-2005 году устроил скандал с Семигиным, который пытался провести альтернативный пленум, но Центральная избирательная комиссия КПРФ, значит, захваченная буржуинами, поддержала Зюганова. Ну, буквально несколько фраз еще. Значит, скандал с приватизацией дачи в поселке Снегири. В том же году, 2007, разогнал два крупнейших молодежных отделения в Москве и Питере за их активность сверхимитации бурной деятельности.
И среди таких еще достаточно показательных итогов деятельности, значит, это то, что коммунисты в 2002 году прокатили закон о национализации Центрального банка. Значит, когда была предложена версия, значит, того, что коммунисты, что Центральный банк становится государственным учреждением, коммунисты проголосовали за альтернативную, значит, версию, которую выдвигала Единая Россия. В 2013 году, значит, несмотря на громкую риторику, из 91 депутатов КПРФ только 14 проголосовали против назначения Набиуллиной. Значит, дальше коммунисты голосовали за принятие системы Платон в пользу Ротенберга. Значит, в апреле того же года известная, значит, встреча, когда Зюганов неожиданно встречается с американским послом Тефтом, обсуждая с ним вопросы выборов. Вообще, какое отношение американский посол имеет к нашим выборам, да, то есть это, ну, традиционная, значит, вотчина таких ребят, как Парнас и так далее, это вообще очень странно. В принципе, нужно понимать, что вот анализируя всю эту схему, значит, когда с 2000-х годов произошло, ну, такое вот мощное, фактически узурпация власти, то заметно, что чем более лояльным становился Зюганов, тем больше голосов ему приписывали. Да, но на что я хотел бы обратить еще внимание, на то, что все партии как таковые составляют, число их участников, членов составляет не более 2 миллионов человек. Значит, от 146 миллионов населения. И только члены партии фактически допущены к выборам. Таким образом, получается, узурпация власти в чем главное состоит? Вот даже не в подделывании вот там отдельных, значит, голосов, хотя это тоже как бы один из моментов, а в том, что только 2 миллиона от 146 миллионов – это 0,7%. Получается, что только 0,7% населения имеет право избираться и быть избранными. Это главный фактор узурпации власти, и поэтому, когда вы идете голосовать за кого-то по партийным спискам, фактически вы участвуете в легитимизации преступной антиконституционной схемы по захвату, незаконному захвату и незаконному удержанию власти. Спасибо.